Ребяточки, приветик всем. В общем, короче, новый выпуск, новый влог. Привет, Андрей. Мы сейчас приводим немножко в порядок машину, чуть обдуем ее, помоем и поедем в Киев, прогуляемся в Киеве, встретимся с нашими друзьями с группировки, заедем к ним в офис. Короче, что-то последнее вам интересное, помимо боек, еще и в Киеве. Сейчас моем машину и вылетаем. Есть, босс? Да. Привет, скажи. Здорово. Берем, Андрюха, не? Да. Чего? Да. Нормально. Андрюха на полном приводе. Полный привод. Хуйня ты, блядь. Давай этот шерф помою. Давай выйдем с толпой. Ключ на ключ, давай, Валерий. Так, Андрюша заезжает на Макдональдс. Влог будет называться «Андрюха заезжает на Макдональдс». Помнишь с мопсом, Андрюх? Что ты будешь? Желаешь, я буду. Да, был чизбургер, да? А фри будешь? Да. Шляпу фри будешь? Ты знаешь, как переводится фри по-английскому? Шляпа. Ты сейчас будешь шляпу есть, Андрюха. Здравствуйте. Добрый день, замоляйте. Можно дабы чизбургер меню, пожалуйста? Да. Кола, картошка фри. Соус, я куда? Да. Кисло-сладкий соус. Еще один дабл чизбургер. Добре. 6 наггетсов. И колу по карточке маленькую. Здравствуйте. Да. Я как-то тут отдавал автограф чуваку. Он мне дал тетрадку или ручку, я автограф давал. Прикинь, дядь? Говорят, а ты знаешь Андрея Борска? Я говорю, знаю. Я говорю, еще такой шляпа фри, я говорю, пиздец. Мы приехали в Киев с Андрюхой. Брат, что скажешь? Что? Ну, нормально, на нормальных 500 ЦП как залетел. А ну? Короче, сейчас заходим по сам в офис, сейчас увидите, кому мы едем. Родные, блядь. Синазы с нахуй. Что такие люди? Вот какие люди в Голливуде. Ой-ой-ой, Андреас, блядь, здорово, родной. Погнали, кофейка попьем. Посидим, попиздим. Что случилось? Садим. Сядь? Подходами? Ну да. Приветствую. Она двигается. Ой, боже. Собственно, персоны приезжают, чтобы попасться с ней. Ты что на таких людей попытаешься с собакой? Нормально все, да? Да. Хороший, блядь. Дубленок костный порядочный. Шлем такой, да? Шизазу, как дела? Нормально? Нормально? Вы уже не виделись. Да, бля, год, наверное, не виделись. До войны еще. А, вот да, мы давно. Когда же... приезжали, шок. Когда мопед снимали. Да вот? Когда мопед снимали. Да, да. Ты вообще же снимали. Вот. Понял. Можем тихо верить. Так сейчас так и наш. Код запомнил? Код запомнил? Андрюха, давай, залетай. Ты что, блядь, ты тут нахуй главный, блядь, шли. Снимай курточку или будешь курточки? Снимай. Ну что, блядь, звоночки какие-то серьезно будем делать или что нет, блядь? Какие-то вопросы поднимать будем? Маленький будет стал на фоне, да? Чтоб худенький, да. Я тебе сейчас, знаешь, что, футболку под ним прикол. Опа! Опа! Где нужно? Давай, Соня, я тебе дам машину на месяц гелик или раньше, ты сам звони, если что. Чего? Приветствую. Хорошо. Покажи футболку, это никакой. Да, нам на кофе, Андрюха. Ты же сразу не накидывай, посмотрим. Через меня проверку пройдет. Не открывай. Там надо выйти. Туалет хочешь? Встать хочешь, да? Пошли. Говорю, не открывай. Вот, блядь, надо его открыть. Пошли, покажи, где подсадь. Ебать, как что делают? Хорошее качество, скажи, потом. Да. Что у тебя, голова, блядь? Пошу я, блядь. Как ты, брат мой, блядь? Нормально, Андрюша. Так что, ты подумал? Да, стоечка, пиздец. А? Опять ты его качаешь, ты что с ним качаешь? Опять нет, какая пацан? Пошли. Андре, Саутре, как тебе офис, брат? Нормально? Не, может, ну, вот, нет, ну у тебя, я видел, братан, у тебя там нихуя себе, блядь. Тоже кабинет имеется, блядь. Нихуёво, так сказать. Хорошо. Натуры? Да ну нахуй. Серьёзно? Своё? Я своё прикольно. Слышишь, короче, ну такая ситуация произошла, ну какие-то подписчики скинули 100 баксиков. Но. Ну, и он никак не может их вывести на кошелёк. Он думает, что наебал, но... А, вот кошелёк у меня, потому что, ну, он же своего не было. Я его не заехал. 25 баксиков. Все имеется. Андрюха, давай мне 5 баксиков. Наша миссия, послушай, это миссия. Андрюха, давай мы тебе сделаем кошелек. Не хуй.
Давай телефон. Короче, надо вывести 100 баксов, потому что Андрюхе надо тогда так на машину давать. Ну что, сколько не хватает? На машину? На какую? Ну что, есть. Какая модель, марка? Год выпуска. Лошадей сколько? Ну не знаю, какую надо машину. Бэка? Нет. Ауди? Акцент? Хендай? Так это охуенная тачка. Это охуенная тачка. Надежная. А сколько лошадей? Ну сколько лошадей, ты не знаешь? Нет. Сразу вывезти тебя на этот, типа, ну... Тебе ручка не дала. Ну тогда что, скинь тогда, Паш, скинь тогда нам, вот это, а мы сейчас выдадим наличку. Опа, блядь, что там? В Одессе женщина? А вот это то, что ты показывал на чашке, это же твоя голова. Вышел. Перекинул? Все, тогда бумагу. Подожди. А, заговори. Ого! Ого, блядь! Ого! Андрюш. Чемодан. Слышь, удобно, блядь, нет? Да. Давай, ты можешь сумочку мне ближе пока. Что еще дать? Соточка, привет. Сегодня, короче, акцент забирается, так понял, да? Да. Хорошо. Блядь, а ты говорил, что не получится, блядь? Ехал всю дорогу. На туре? В смысле не получится? Я на выдохе. Чего, блядь? Сейчас сразу скину. Набираешь полосу? Ну да. Ого. Есть люди, 20? Там было, смотри. Твоя работа? А гусени черные затемнены дома. Ты прям свернулся, получается? Не, нахуй. Да, я так с вами. Я переживал, да. Жизнь вам. А, все, понял. Школьный, блядь, пиздец. И он отправил на офис. Опа. Ты себе нажалуешь. Что происходит? Не снимай меня. Чего? Чего меня снимаешь? Чего? Приближь. Он скинул на офис. Бумагу скинуть этому менту. Оно снимает. Ну, сейчас, я как бы понять. Что, блин? Так оно снимает, так. Оно снимает, не классно ничего. Всех сними. Ну, как бы, да. Ну, расставлю на телефон. Ну, расставлю. Я тебе забрал. Я буду забирать дома телефон. Расставлю. Давай. С меня сотка гривен, с тебя сотка баксов. Ладно, выведи со своего этого назад. Чувак, сейчас поспишь чуть-чуть. О, блядь. Давай сотку обратно, наверное. Ну ладно, все. Он такой подходит к двери, постарался смотреть, такой раз, вход закрыть. Вадик. Вадик, вам нужно твою фотку куда-то кидать. Куда? Я не знаю, в телегу. Куда же рассылку? Ладно, куда-то ты скинешь куда-то. Я ебанулся, блядь. Ну ладно, блядь. Куда, кому? Я дам вам правила. Никуда пока. Пока, блядь. Слышь, извини, блядь, я не хотел. Я тебя интернет нахуй выжил, что... Ты понял? Уже да. Если ты отправишь по фотку завтра, блядь, слышишь? Бля, там вообще такая фотка смешная. Бо, вышли мы за тебя бумаги, ты понял? Кто? Что? Ты забыл, с кем ты общался на Седова? Вспомни, с кем ты общался возле дома? Общалась? Любезно? Набрать для Лексуса? Набирай. Набирай. Что здесь скажет? Ну, набирай. Ждать я же не боюсь, понял? Пальчики выбирай, ты все говоришь. Что, в смысле? Что говорю? Надо поближе туда. Что, поближе, не? Вот так. Саня уже раз получил? Я не знаю. Прикол, да? Ты
Ну что, рассказывай. И как тебя по отчеству? Ну ты же врач, я вспомни. Викторович. О, тебе вспомнил, тебе. Только иди по заду. Там, да, вот там. Вот так, вот. И сейчас, кстати, посмотри, вот отсюда выходи, выходи отсюда, прям понял, куда отворачиваешь. Вот ты ко мне, спиной ко мне поворачиваешься, типа, выходишь сюда за ворот. Оно. Все, бомба. Аккуратненько. Макс. Давай. Он не понял, что было видно от этих стены. Там на телефон, нахуй ты никак. Так камеру тоже. Смотри в телефон, да. Видно, не? Охуенно. Пиздец. Есть? Да, охуенно. Бля. Я вас спросил, я там можно быть друга, например. Короче, мы можем говорить, да? Вообще у вас на этаже. Ой-ой-ой-ой-ой, что за... Скидываешь мне фотку. Ебать духарь, блядь, пиздец. А ты шо? Сейчас надо сделать, как он подходит к двери, нажимает код. Кто-то закрывает и код нажимает. Ага. Заблокируй сейчас. Хорошо, переезжай к нам в офис, блядь. Помещение есть. А у нас тоже есть помещение. Там помещение есть. Надо. Расскажи про библиотеку, про клетку. О, мальчик, у нас клетка есть, библиотека. Хочешь? Комнатку отдельно, пытание есть. Да, бать ты себе офис прикупил, Андрюха. Начинались. Жестко. Все, вы меняетесь? Ну да. Не, классно. Тебе идет вообще. Давай я тебе сфоткаю за этим столом. Чтоб ты скидывал кому-то уже там. Или не стоит. Сама линза, ты это понял? А, да, вот а это. Ну да, вот это мы ее отдельно купили, а вот это отдельно, понял? Вот это, короче, притёрло все стоит. Да. Ну, может, чуть-чуть меньше. Ну, со всеми раскладами. Видосики снимает классно. Так что, если что, знай. Да. Подгончики плотные, серьезные. Сейчас я привет запакую туда нужно. Саша заходит. Ты когда хочешь снимать? Я как сутри сам. Так. Вадик просто хейтом на Саша как это. Карта. У вас есть карта, да? Да. Или это жму? Или это жмете, да? Ну, можем забрать. Есть флешка. Так, держи. Спасибо. Понял группировку? Или мы будем такой снимать? Или сами, да, вот. Ребяточки, всем приветик. Сразу расскажу по поводу последних событий. Ни для кого не секрет, в общем, нам заблокировали наш основной аккаунт. Там, где было 100 с лишним тысяч подписчиков. Мы этот канал крутили больше почти 5 лет. Очень, на самом деле, обидно, потому что реально положили много туда сил, времени и, ну, всего остального. Мы пока не теряем надежды, попытаемся его вернуть, восстановить. Основная причина, потому что там очень много контента, очень много легендарных моментов, крутых выпусков, которые мы делали. И многие подписчики писали, что они раньше пересматривали эти видосы. Короче, всем нравилось. Да и мы сами смотрели. В общем, будем стараться его вернуть. Пока мы создали новый, этот выпуск уже вышел на новом канале нашем. Всех попрошу подписаться на него. На этом канале уже 10 тысяч подписчиков. Мы обещали с Андрюхой вам выпустить фильм про Андрюху на 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч подписчиков мы набрали, но канал удалили. Давайте следующий выпуск выходит фильм. Давайте набьем 30 тысяч подписчиков для того, чтобы как можно больше людей этот фильм увидело. Спасибо преданным подписчикам, которые моментально же подписались на наш новый аккаунт. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Нас это очень сильно мотивирует, заряжает и хочется для вас снимать еще больше. У нас в планах снимать и пранки, и просто сюжетные видосики прикольные, есть идеи. Влоги обычные и в будущем отснять крутой сериал. Про него пока не буду рассказывать, потому что это для вас будет сюрприз. Все, спасибо за внимание. Ждем Андрюху. Короче, вышел Андрюха. Мы его ждем, взяли кофейка. Сейчас будем начинать день. Погодка супер. Второй день весны. Сейчас будем его встречать. Пупсик, привет. Ой. Ну шо у тебя, Аладдин? А шо? Сразу хвост едет. Ну, сразу же, сразу. Что за очки? Ой, подожди. Что за очки, Алёх? Может, шеф, вот. Андрюш, очки покажите. А где ты взял? Чинов, за санчи вчера. Золото? Санчи. Настоящие?
Чинар досочился, а? Че ты тыкаешь, слышь? Хочешь, чтобы забанили или что? Погонь. Я сейчас, блядь, забаню, алло, слышь? Ай. Подождите, я не понимаю, а что это у вас тут? Что это у вас такое? Чинар, блин. Я не понял. Это мне показалось или это да, правда? Да, показалось. А что это у вас такое? А показалось. Покажи. А показалось. Ну покажи колечко. А показалось. А показалось. Я тебя прошу, покажи. А показалось. Вчера мне рассказывал, свадьба 600 человек. Сколько? 600. Это что это будет за грузинская свадьба такая? Чинан. А что говорят, что ты за маму-то прячешься? Кто тебе в эфире так говорил? Пацаны. Ты за ним не прячешься? Нет. Короче, едем с Андрюхой перекусить. Покормлю пупсика. Сегодня погода, конечно, радует. Что, давит? Ну, покажи. Ебать, ты полоску надавил, Вась. Ебать. Шрамы, дядь. Хорошие чебуреки, короче, чтобы полезного. Ну, не полезного, хотя бы там более такого антивредное, короче, что закажем. Маленькая, у тебя же будка здоровая. Боже, жесть такая. Ой, извини. Так, короче, Андрюха встречает очень важных, очень серьезных людей у себя в городе. Да, братан? Да. Кто сейчас приедет? Люди... Люди поболее. Поболее даже. Он разделяет люди более, люди поболее. А что, блядь? Я ничего бану не сказал. Так, конечно, ты не сказал. Ты же твой дружбан. Я с ним нормально. Это же твой близкий, братан. Я с ним нормально, но меня... Так вы же с ним дружите, по-моему. Ого! Ого! Ну вот и люди более. Тогда мы же люди модные, понял? Только не в Киеве, нахуй. Опа! Здорово. Доханялся. Да, я вас тут хорошо был. Смотри, шаурма, пивко, офис. Цветы, если надо, короче. Что за истерика с утра была? О, Андрюш, подойди сюда. Пару вопросов надо судить. С кем? С шаурмой? Блядь, Андрюш. Делаешь мне среднюю? Что за истерика была? Чинар, да сарка, что с утра за истерика была? Сарк, езда сна. Тик-ток, и весь тик-ток жужжит, что ты бросил Пашу. Иди поговори мне. Сразу заднюю, короче. Сейчас будем Андрюха спрашивать за истерику утреннюю. Или едешь в тюрьму? Снимай. Я уже был в тюрьме. Да снимай уже жилетку, блядь. Андрюх, сними, ну померяй шубу, блядь, ну пиздец. Быстро, говорю, нахуй. Бать его в рот, нахуй. Сними, померяй, братан, ну пиздец, ну Влад разделся, нахуй. Да. Все. А ну дай сфоткаю тебя, братан. Дай сфоткаю, померись. Что? Подожди. Охуеть. Охуенно. Подожди. Подожди, дай сфотографирую. Подожди. Класс. Подожди. Барского, блядь. Ты шо, посмотри. Братан, ты шо? Боярский, посмотри. Тихо, блядь. Цепь, цепь надо. Почти так-то. Так ты заебал, шикарно. Подожди, посмотри. Заебал, на ночь. Хочешь снимать? Ебать, вот это надо. Сильно. Хорошая. Не хотел бы себе такую? А? Хотел бы себе она... такую? На следующую зиму берем. Она говорила, тебе может подшить своим портретом. Хочешь, будешь носить? Да. Серьезно говоришь? Серьезно. С твоим логотипом будешь носить? Да, делаю. Так что, я с ней договариваюсь? Спереди, да. Все. Так спереди или сзади? Спереди, думаю, нормально. Я такой толстый, как ты, глухо. Да нормально. Чё, козырь.